аналог с размером колес в 27,5 дюймов. Переходной размер между 26 и 29 размером. Преимущество, конечно же, есть, хотя на форумах все еще кипит недовольство консерваторов. Накат, что и говорить, значительно лучше. Сравнивали со стареньким LTD Pro. Аналог катит веселее, особенно на песке, за счет диаметра. Легче преодолеваются препятствия, не так заметны кочки и трещины на дорогах. Словом, после 26 размера чувствуется прогресс. Есть бытовые минусы. К примеру, в маленький лифт такой велосипед уже не влезет, особенно там, где 26-й влезал со скрипом. Мелочь, но для некоторых важная, которая проявляется после покупки. В ходовой узнается стиль Куба, быстрый разгон, отличная маневренность, а все благодаря раме.